Проект «Мы двор, моя команда» это проходит в 10 микрорайонах города в течение июня и августа месяца. Где-то на площадке собирается ежедневно 150-200 человек. И поэтому нам необходимы были волонтеры для того, чтобы 4 часа работы с населением города, с населением микрорайона проводить различные спортивные мероприятия, турниры, обучать детей дворовым играм. Эти проекты, они рождаются, наверное, в головах добровольцев, тех людей, которые хотят сделать наш город лучше, те люди, которые хотят помочь оказавшимся в сложной жизненной ситуации. А со стороны государства мы видим свою задачу отметить этих людей, вот выявить наиболее яркие проекты, сделать так, чтобы те, кто являются, в общем-то, родоначальниками этих проектов, поделились, может быть, с коллегами других муниципальных образований, чтобы вот это движение общественное росло и развивалось.